В Волгограде большое мероприятие для воскресных школ прошло в музее «Россия. Моя история». В рамках проекта сотрудничества музея и Волгоградской епархии состоялся День открытых дверей для преподавателей и учащихся воскресных школ. 2 года в Волгограде функционируют созданные по инициативе ныне митрополита Псковского и Порховского Тихона интерактивный музейный парк «Россия. Моя история», в экспозициях которого история православия в нашей стране представлена максимально полно. Живые репродукции икон, житий святых, описание исторических сюжетов знакомят посетителей с историей, не ангажированной советскими идеями и трактовками исторических событий. Дело в том, что сейчас меняется восприятие детей, и тот формат информации, та подача информации, которая в этом музее, она очень, очень подходит. Дети с радостью это воспринимают. И я обратил внимание, что не только дети были неожиданно, скажем так, обрадованы посещением этого музея, но также и педагоги, и родители, которые их сопровождали. Ты подходишь к какому-то интерактивному, ну, какому-то объекту, там нажимаешь, там появляются разные какие-то интересные события. Вот. И это все может подтолкнуть ребенка к тому, чтобы изучать этот вопрос и, может быть, даже открыть книжку ту же самую, потому что первое будет интерес возникнуть здесь, а там уже дома как бы и дальше, и дальше. Весь октябрь педагоги будут разрабатывать выбранные ими темы, посещать методические семинары, получать богословские, церковно-исторические консультации. Результатом совместной работы станут тематические занятия, посвященные личностям святых в истории нашего государства, православной культуре, периоду гонений на церковь. А уже в ноябре дети воскресных и общеобразовательных школ станут участниками интересных, познавательных и увлекательных занятий. Фонды музея позволяют проводить полноценные занятия на ту или иную тему духовно-нравственного содержания, исторического содержания, филологического содержания. То есть учителя самых различных профилей здесь могут проводить прекрасные уроки. Не каждый приход православный имеет воскресную школу, ну, хорошо материально оборудованную. И, конечно же, одно дело это рассказ педагога просто в классе, а другое дело работа вот в таком музее. Это что разнообразит и сам педагогический процесс. Это и вызовет большой интерес у детей. И мы ожидаем, что педагоги воскресных школ будут, ну, максимально возможным использовать работу в этом музее как ресурсного центра. Во всяком случае, все предпосылки к этому есть.